Сегодня такое испытание было силы и воли. Надо было выдержать мальчикам милю бурпи, это 1,6 км, девочкам 1 км бурпи. Жарко, это заняло больше, чем 1,5 часа. Иногда такие моменты были, когда хотелось просто развернуться и уйти, но надо было дотерпеть. Бёрпи – это один из классических упражнений кроссфита. Занимаюсь кроссфитом, параллельно бегаю. И каждый кроссфитер знает, что такое бёрпи. И как бы такого формата на соревнованиях нигде нет. И было интересно проверить себя вот в таком виде. Такое мероприятие проходило по всему миру. Вот, в разных городах люди, как и сами, пытались выполнить это бёрпи на протяжении 1 мили, как и собирались небольшие кружки, да, которые там вместе проходили. Вот в Харькове решил организовать соревнования, дабы выяснить, вот, то, что атлетам было интересно пройти такую дистанцию, выполняя бёрпи. Мы всегда тренируемся делать бёрпи, но не в таком количестве, и тем более не с прыжками, в длиной 1600 миля. Ну, дистанцию, как бы, я вначале не рассчитывал, что так именно все закончится, но стремился к этому. В принципе, тяжелого ничего не было, солнышко, ветерок, тучки заходили, воду подавали, все отлично, все круто. Пункты воды были таким спасительным оазисом, и все время думал, вот сейчас допрыгаю и немножко отдохну. Вот, это было жарко, да, тяжело. Ну, все, по-моему, справились, молодцы. Большинство спортсменов пугаются данной дистанции, выполняя бёрпи, так как многие говорят, что они даже не могут выполнить 50. А здесь нужно выполнить порядка 500-700 бёрпи, в зависимости от прыжка. И просто многие побоялись, как бы, но я думаю, в дальнейшем они себя подбодрят и придут. Ну, бурпи, мне кажется, такое универсальное упражнение. Во-первых, выносливость развивает. Во-вторых, силовые навыки, вот, потому что это надо отжаться, это надо подпрыгнуть вверх. Вот. Ну, упражнение очень хорошее, рекомендую всем. Вот, и очень тяжелое, его никто не любит. Выносливость и концентрация, точность. Бёрпи – это, в принципе, все группы мышц работают одновременно, все по чуть-чуть. В той или иной степени взаимодействие между собой все виды мышц, группы мышц. Результатами, да, очень доволен. Ребята преодолели отметку в 1,5 часа. Это показывает очень хороший результат, очень хорошую подготовленность ребят. И все, на самом деле, все довольны остались. И я думаю, в дальнейшем будут ребята собирать большее количество. Очень довольны. Я когда еще соглашался идти на них, думал, ну, а бы не последний, хотя бы предпоследний. Ну, получилось, что вторым вышел. Да, довольна. Довольна, что закончила. Довольна, что не сдалась. Довольна, что пришла, попробовала силы. Зову всех. Вот, занимайтесь спортом, участвуйте в мероприятиях. Это очень здорово, очень хорошо. Самое главное – просто верить в себя. Дистанция не очень тяжелая, нужно просто дышать и выполнять, дышать и выполнять.
У меня была поддержка, мой ребеночек, который рядом прыгал со мной и говорил: мама, давай, поэтому я не могла сдаться. Вот. Ну и потом спортивный дух, никогда не сдавайся, то есть надо идти, идти дальше, дальше, вот, нельзя останавливаться. У спортсменов в спорте нет конкурентов. Есть товарищи, соучастники. Вот. Но я думал, что ребята лучше меня покажут результат, но оказалось, как бы не так. Как бы я не вижу в них своих соперников, вижу товарищей и тех, кто могут мне, как бы, задать темп. Задали темп, я тоже показал свой темп и пришел первым. В кроссфите мне еще нравится, но здесь нет конкурентов. Здесь все друзья, и мы практически выступаем, ну, много одних и тех же людей, спортсменов. Каждый соревнование за соревнованием. Мы уже практически друзья, дружим. Это очень классно. Мне этим и нравится кроссфит, что это, как бы, с одной стороны, ты стремишься к чему-то, и, как бы, здесь нет такой вражды, как в других видах спорта. Там один кто-то больше, там, как бы, все одинаковые, все молодцы, и всем спорта. Соревнования проведены на достаточно хорошем уровне, учитывая то, что они полностью были бесплатные. Не было ни единого капитала вложения в данное мероприятие, не преследовалось ни одной коммерции. Вот, преследовалось только здоровая нация, здоровый дух. Вот, это лозунг, да, гонки нации, которая являлась одним из спонсоров мероприятия.